Да. Ну, есть исследователи, которые их называют и справедливо городами государства. Ну, вы знаете об этом. И к таким городам вот относятся, в частности, и, пожалуй, это наиболее интересные города индейцев майя. В пределах Мексики они пришли, конечно же, с севера, и вся их история связана там с севером. И они в течение какого-то сравнительно короткого времени построили большое количество удивительных городов.